спросить у святого Николая. Это бесконечный смайлик. Волшебный кошелек. Смотрите, сейчас денежка находится... Где очутилась? Свет, камера... Что происходит? О, всем привет! Меня зовут Маша. Скоро день Святого Николая. В этот день Святой Николай всем послушным деткам приносит подарки. Но я еще не написала письмо ему. Я еще у него ничего не заказала. Как же он узнает, что мне подарить? Любимый Святой Николай, меня зовут Маша. Я весь год хорошо себя вела. Подари мне, пожалуйста. А что же мне попросить у Святого Николая? Куклы Барби у меня есть. Причем их очень много. Я теперь даже свое письмо не могу найти. А, вот оно. Так, шариков Лол у меня вообще столько, их складывать некуда. И это еще не все. Бисквиш у меня тоже есть. Их просто миллион. О май гад. И что мне заказать у Святого Николая? Так, нужно вспомнить. Может, у меня какая-то мечта есть? О чем же я мечтала? И чем бы ты хотела бы еще заниматься, если бы у тебя было свободное время? Быть в телевизоре. Точно, у меня есть одна мечта. Я хочу попасть в телевизор. Это реально моя самая большая мечта. А еще я хочу, чтобы на Святого Николая получили подарки и мои родители. И чтобы подарки для них были самые-самые лучшие на свете. Так, где там мой список? Все, теперь я ложу это письмо под елочку и ложусь спать. И посмотрим, Святой Николай все мои желания выполнил. А вы что заказали Святому Николаю? Напишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Ой, Шарикол упал. Все, уже вечер, и я ложусь спать. Выключаем свет и спать. Где очутилась? Свет, камера. Это что, какая-то киностудия? Привет! Моя любимая Тута! Привет, Маша! Тута, а куда я попала? Ты попала на съемки телепередачи «Наши руки не для скуки». Ура, ура! Я попала в телевизор! Мое желание сбылось! Ура! Ура! Ну что, начинаем съемку? Да-да-да, поскорей! Так, сначала нужно припудрить носик. Мы готовы. Не смешно. Давай еще раз. Что происходит? Агу-гу-гу, наша Маша, дубль один. Агу-гу-гу, наша Маша, дубль один. Давай уже. Агу-гу-гу. Наша Маша, дубль 324. Наши руки не для скуки, наши руки мастерят. Удивительные штуки и фигура целый ряд. Стоп, стоп! Мне же еще нужны лучшие подарки для мамы и папы. Маша, не переживай, мы будем делать сегодня новогоднюю поделку, подарок для твоих родителей. Потому что самый лучший подарок – это тот, который мы сделали своими руками. Наши руки не для скуки. Готова? Да. Ну тогда начинаем. Наши руки не для скуки. Привет, девчонки и мальчишки, это наши руки не для скуки. А меня зовут Тута. И сегодня у нас в гостях наша Маша! Всем привет! Привет, Тульки, Маша!
И сегодня мы с Машей будем делать очень классный подарок. Кстати, Маша, скажи, тебе нужно приготовить кому-то к Новому году подарки? Нужно. Кому? Маме и папе. Я думаю, что то, что мы сегодня сделаем, будет отличным подарком. Потому что самый лучший подарок это тот, который мы сделали своими руками. Давай покажем, что мы будем делать. Вот сегодня мы вот сделаем снежные шары. Вот такой, вот такие вот снежные шарики. Смотрите, как здорово! Нам понадобится все, что есть у нас на столе. Запоминайте, нам нужны будут вот такие вот пустые две палочки, да, с крышечкой. Обязательно, чтобы они закрывались. Понадобится ножницы, ножницы, простой карандаш, самая обыкновенная вода, горячий клей, обязательно. А что тут у нас еще есть? Трубочки, чтобы размешивать все. Вот такие трубочки и очень много разных блесточек. Блесточек, все, которые у вас есть, собирайте, они нам пригодятся. Ну и, конечно же, нужна будет декоративная бумага, ну или какая-нибудь красивая тесьма или ткань. И самое главное, Маша, молодец, спасибо. Фигурка нужна, которую мы с вами будем прятать в зимний шар. Когда мы уже приклеили фигурку к нашей крышечке, нам нужно примерить, пролазит ли она в нашу банку. Я очень надеюсь, что нам тоже напишут после этого видео, что наше видео классное, потому что у нас будет очень классная поделка. Важно, чтобы мы хорошо с тобой закрыли. Если вы не можете, то попросите своих родителей, они вам помогут. Так, давай переворачиваем, смотрим. Ничего у нас нигде не проливается. Очень крепко закрываем. О, красиво. Да, у нее круче. Что такое? Почему у Маши лучше? Я почти все блестки израсходовала. Наши руки не для скуки. Так легко и просто, а главное быстро, мы с вами сделали самый настоящий снежный шар. И вот что у нас получилось. А как мы сделали такой шар, смотрите на канале Агу-Гу-Гу. И вы тоже можете сделать и подарить родителям вот такой вот классный подарок. Класс! Ведь вы же помните, что самый лучший подарок это тот, который вы сделали своими руками. Подписывайтесь на канал Агу-Гу-Гу. Там столько классных идей и видео. Ссылочка будет в описании. Ура! Приходи к нам еще. Окей. Обнимашки. Давай у кого круче. Да, у тебя круче, ладно? Ура, я так довольна, что моя мечта сбылась, я попала в телевизор. Ура, 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 я попала в телевизор. Ура, 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 ура. Я дома? Так это что, был сон? Откуда тут это? Это что, был не сон? Это все было по-настоящему? Кстати, смотрите на канале Агу-Гу-Гу, как сделать вот такие вот снежные шарики. В этой передаче я снималась, и меня покажут в телевизоре. Сейчас переходите по ссылочке внизу под видео на канал Агу-Гу-Гу и пишите там комментарии. Я от Маши. Вам не сложно, а нам приятно. Вы же у меня самые лучшие. Кстати, тут еще подарки, которые мне подарили. Это волшебная самодел. Смотрите, какая пружинка. Это можно сделать своими руками. А еще смотрите, что тут есть. Это бесконечный смайлик. Он никогда не кончается. Это, как по мне, такой антистресс. Еще тут есть волшебный кошелек. Смотрите, сейчас денежка находится в стороне, где две полосочки. Запомнили? Хорошо запомнили? Закрываем, переворачиваем. Смотрите, она волшебным образом переместилась на сторону, где крест. А хотите, чтобы я ее опять переместила на сторону, где полосочки? Да легким движением руки. Это волшебство. И вы уже догадались, где можно посмотреть, как это сделать. Конечно же, на канале Агу-Гу-Гу. А всем, кому понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал Наша Маша. И всем пока-пока! И не забудьте перейти на канал Агу-Гу-Гу и написать там комментарий. И всем пока-пока! А сейчас я вам передам приветики.
Привет, мои любимые подписчики!